Здравствуйте! Представляем актуальный обзор электронного образовательного контента библиотеки Московской электронной школы на февраль для первого класса по предмету «Окружающий мир». В данном обзоре предлагаем подборку учебного материала по теме месяца «Природа», «Природные объекты и предметы, созданные человеком». По данной теме в библиотеке Московской электронной школы вы найдете сценарий уроков, которые знакомят учеников первого класса с разнообразием предметов и объектов, созданных человеком. Например, материалы сценария урока «Когда появилась одежда» знакомят учащихся с тем, когда появилась одежда, как она менялась с течением времени, учат подбирать для каждого случая подходящую одежду. Ребята выполняют различные интерактивные задания, работают в парах и в группах и выполняют несложные тестовые задания. Интернет-урок представляет собой совокупность интерактивных мультимедийных объектов, представленных различными рубриками. Среди них информационные мультимедийные объекты, интерактивные практические задания, контрольно-измерительные задания, которые способствуют развитию обучающихся по теме. Видеоурок знакомит учащихся с теоретической информацией об устройстве велосипеда и содержит практические задания по теме транспорт. Выполняя задания интерактивного приложения, обучающиеся отгадывают загадки про одежду. Работая над проектом, обучающиеся изучают природные и искусственные материалы, из которых сделаны окружающие нас вещи. Заполняют анкету исследования. Данный вид учебной деятельности учащихся направлен в первую очередь на формирование основ функциональной грамотности. Задания теста направлены на закрепление изученного материала по теме возникновения велосипеда. Представленные в обзоре материалы, сценарии уроков, приложения, проекта, контрольно-оценочные материалы вы можете найти в брошюре месяца. Надеемся, что данная подборка будет вами востребована в работе. До новых встреч!